не ставит это во главу угла. Там во главе угла высочайшая планка исполнительства в первую очередь, и поэтому туда приезжают, вот уже третий год подряд приезжают, и в основном из Санкт-Петербурга, музыканты, композиторы поистине мирового уровня, и ну и московские тоже. Вот, ну, и площадка выбрана не случайно, одна из лучших концертных площадок Москвы именно для академической музыки. Это Башмет-центр. И каждый год там бывают какие-то совершенно замечательные сюрпризы. Вот, например, в 2017 году там выступал дуэт гитаристов Владимир Гапонцев, кстати, тоже выходец из Волгограда. А второй... Хотя помнишь фамилию второго? Анатолий Изотов. 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 Изотов, да, совершенно верно. И они вдвоем играли потрясающую совершенно фантазию из баллад Луферова, которая перемежалась и Альбенисом, и Альбинони. В общем, замечательно совершенно. А вот в прошлом году для меня самым большим потрясением, да не только для меня, было то, что прозвучало в финале. И хотя это был последний, второй день, финал второго дня, когда все уже были усталые, это работа музыкантов из театра Елены Камбуровой, театра музыки и поэзии. А к Елене Камбуровой, Витя имеет самое непосредственное отношение после того, как он закончил отделение джазовой гитары в институте имени Гнесиных. Это было его, как я понимаю, распределение. Он пошел работать с Леной, ездил с ней на гастроли, они были добрыми друзьями, она о нем всегда с огромной любовью вспоминает. И вот эти музыканты сделали, если я не ошибаюсь, там было три баллады, мы думали-думали и выбрали вот эту, где Витя не поет, а читает свое стихотворение о птице городе, а музыканты играют. Давайте вместе с вами посмотрим, как это было. Исчезновение птицы города, прорыв света, причина исчезновения Атлантиды. Сенсация, сенсация! Он умер на моих руках. Старик единственный и чудом спасшийся. Светилось изумление и страх в его глазах. И ртом обугленным он все шептал. Я видел город улетающий. Я видел город улетающий. Я любил смотреть на звезды, но воняющие сетью улиц мне опутали глаза, словно я им певчий зяблик, чтобы в клетке жить и зябнуть. Эти люди так глупы, если в горло налили мне пыль слов и улиц пыль. Заковали, заковали, словно пойманную птицу, посадили меня в клетку из асфальта и из стали, и пытались чьи-то руки обязательно рвить в душу, словно не хватало снов им, высосанных из подушки. Репуты, пьяные сплетники, мной воспользовавшись как лестницей, все повыше влезть пытались, все ходили, все топтали, мои крылья примеряли, мои крылья примеряли. Я не мог мириться с этим, я прощался только гением из-за роста наших душ, как любил я их горение. Но рождался хоть однажды, где века какие гении, чтоб ему не уготовили ни костра и ни гонений. Годы мирно падали на висок, хрипло звякал то топор, то пистолет. Никли звездные гении на песок, я не знаю, сколько это длилось долгих лет. Но пришло то утро раннее, когда вновь на лоб высокий пала красная роса. И очнувшись ото сна, я раскрыл свои глаза, я расправил свои крылья, я расправил свои крылья. Я видел город улетающий, и рвались улицы, как нитки, и лопались дома, как семечки под прессом неба и земли. Я один в живых остался,
в какой-то реальности оставшись, я все же видел краем глаза в ладонях неба льдинкой тающий огромный город, улетающий. Огромный город, улетающий. Композиции. Это аранжировка Вячеслава Ахметзянова. По-моему, очень угадана Витина интонация. Мы сегодня еще услышим ближе к финалу еще одну аранжировку. Витя вообще на самом деле об этом мечтал. Ему очень хотелось, чтобы... Вы же помните, да, сколько песен своих он заканчивал словами «музыка», «вселенская музыка», «оркестр», «лондонский филармонический оркестр» и так далее. Вот я сейчас, прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я вам расскажу одну маленькую историю. Она имеет отношение, ну, если не к джазу, то к рок-н-роллу. Может, я и рассказывала ее когда-то. В общем, мы были зимой... Ну, с 88 на 89 год, может, и был январь или февраль, в таком городе Салавате, это в Башкирии. Это одни из наших первых гастролей были, первокруговских. Вот. И там тоже был, как и в Воркуте, там был свой такой кино-видеоклуб. И мне сразу стало интересно, а что же у них есть из музычки? А они говорят, вот такие концерты. Ой, а так мечталось, тогда же ни у кого еще не было своих видеомагнитофонов. Вот, они говорят, и Led Zeppelin у нас есть, значит, и концерт Deep Purple есть. Ну, в общем, пошли мы смотреть. Вот, ну, в каком-то небольшом зале, на экране, значит, это все происходило. Вот, посмотрели мы Led Zeppelin, The Song Remains the Same. А потом был концерт Deep Purple где-то на каком-то стадионе, там, где, ну, начиналось так в сумерках, а потом начала сгущаться полная темнота. А тут надо сказать, что почему-то на всех концертах, а там у нас их было 4-6, что ли, Луферов вот выбрал свою программу и жестко шел по своей программе. Он на всех сборных концертах пел «Деревушка», «Кувшин зеленый» и «Муха-мухенька». Вот. И в какой-то момент концерта Deep Purple Йен Гиллан на сцене начинает отмахиваться от мотыльков, таких ночных, которые слетаются на эти свет софитов. Вот. Да, и он, значит, отмахивается, а рядом со мной Капгер сидит, не даст соврать. Я говорю, Вовка, мне сейчас кажется, что он мухеньку запоет. Не запел? Нет, вот он как раз, вот тут-то он как раз и произнес сакраментальную фразу по-английски. О, знаешь, о, какая надоедливая муха. Все-таки вот пробился Луферов-то. Ну, в общем, Луферов долго не мог наблюдать за чужим успехом, как их там принимают. Он в итоге выскочил на сцену, исполнил какой-то... дикарский совершенно танец и сказал, мне бы такую аппаратуру, да я бы уже землю перевернул. Владимир Капгер. Интересная история. Еще обязан сказать... Так ведь он и перевернул бы. Конечно. Это без вопросов. Обязан сказать, Алик Верзаян звонил, просил извиниться, что он по состоянию самочувствия не сможет сегодня подъехать. Вот, всем передал привет, поздравление, попросил попросить прощения у всех, как и я прошу вас. Я душу тебя. Бог простит, я прощаю. Да, а Витя Луфер рассказывал некоторые истории, которые говорил мне, комментирую так, никому никогда не рассказываю. Но теперь, наверное, можно уже кое-какие из них рассказать. Я не самый большой знаток. Вот мы продолжение. Маленькое, короткое, не волнуйся.
Ехали в такси с ним по Садовому кольцу, обсуждали какой-то очередной спектакль, там сценарий, а Витя заводной такой человек, вот надо так вот хорошо, чтобы было много-много всего, народу много, реквизита, чтобы было много, оркестры, чтобы были, разных составов. А шофер сидит за рулем, так, знаете, держится, оглядывается со страхом немножко этого человека. Я говорю, ну а конечная цель какая у тебя? Ты хочешь, наверное, Лужники стадион? Он говорит, нет, нет, тебе скажу одному. Я хочу, чтобы вся Москва принимала участие в спектакле. Чтобы люди в костюмах вышли на балкон, чтобы все друг друга видели. Шофер сидит, держится. Только никому не говори. Теперь уже можно. Ладно, что попало, да, Павел? Витя всем учитель. Вот и сыграна главная роль, умер весело славный король. Заказан мне вход в Эдемских ворот, позабыл я треклятый пароль. Пряные ночи, густеет вино, я в Париж разбиваю окно. Там вдали Сен-Дени, Монмартр, огни, там виденья толпятся тесно. Битый час озарения жду, стылый май в Люксембургском саду. Кавалькады, карета, слепительный свет. Меж теней, словно тени, я бреду. В тыкву карета всегда превращается, вот и со мной моя сказка прощается. Грустно, когда отвлекаются вплоть миражи. Я ют безжалостный, обезоруженный, оттает шансона волшебное кружево. Горькую правду Париж, Антрен, расскажи. Над Парижем держу я пари, не парит Нотр-Дам де Пари. Как веков монолит полноценный царит скальным гребнем в объятиях цари. И гудит негасимый пожар, я Париж, твой приблудный клошар. Но гармония смерти стала стихи мер, и бессмертная гибнет душа, красотой ледяною слепя. Ты чаруешь и губишь, любя, но меня отпусти, если можешь, прости. Я не умер, увидев тебя. Замок ваш холоден, ваше высочество, гулка вдвойне на балу одиночества. Бедное сердце мое разрывает лямур. Небо в алмазах над стеною кружится, льется с небес невозможная музыка, словно последнюю песню поет Азнавур. Небо в алмазах над стеною кружится, льется с небес невозможная музыка, это последнюю песню поет Азнавур. Зависла между двух берегов, но иллюзий уж нет. Понял я, что не стану счастливей, даже если пройду до конца все 2430 шагов. Здравствуй, Бруклинский мост, заповедной тропой суицида. В нашей памяти глупой под небо возносишься ты. Отстаю в полный рост, но отсюда Эдема не видно. И лететь до Гудзона на запад две русских версты.
в закатных лучах громоздится в полнеба Манхэттен, пламенея парит, словно гор, снеговая гряда. На гранитных плечах будет небо держать до рассвета, давно уж блаженная ночь не приходит сюда. Строем пьяных домов возникается фата-моргана, воспаленным кружением слепящих бессонных огней. Только голос сочмом, хриплым воем ветров океана, только плачет в ночи над несчастной жизнью моей. Долететь не успев, солнце встает на рассвете, мне теперь уж вовек не взойти по дощатой тропе. Только скорбный напев, только гордый орел на монете, это все, что могу я оставить на память тебе. Здравствуй, Бруклинский мост. Один из любимых авторов, видите, Александр Левин. Не в первый раз на луферовских пениях, но мы всегда с радостью его встречаем и любим, и любим. Это точно. Такого больше нет. Погода, серое время суток, грязного времени года. Срочно помойте нам улицу, скорее включите солнце, чтобы от света жмуриться, чтобы петь, а не ссориться. Так мы вскричали однажды, вроде бы поздним утром, а может быть ранним вечером. Разобрать было трудно, и даже не молча, но громко, а тихо, но вслух скричали, и кто-то как бы услышал, и как бы принял заявку. В эту же ночь дороги засыпало чистым и белым, а поутру и солнце врубили на полную мощность, и мы, выходя из дома, и след оставляя первый на белом, мягком, скрипучем, тихо, но вслух подумали, просили, и было нам дадено, а то отворено там, где стукнуто, выдано то, что брошено, и что там по тексту далее. А далее шли по белому и слушали, как трезвонят с чувством выполненного долга крещенские колокола. И потом целых две недели нам было светло и скрипуче, пока мы ходили и думали, о чем бы еще попросить.
немножко отвлечемся от погоды. Смы. А нет. Ладно, смы стихотворения сначала. Весь этот темный мерцающий мир, где сочетаются утро и вечер, пятый этаж и подземный сортир, жаркий покой и пронзительный ветер, вся эта призрачная лабуда, странные мысли и драные вещи плавно отчаливают в никуда, в долгий невспоминаемый ящик, где перемешаны ночи и дни, скомканы чувства и спутаны нити, но иногда оживают они в новом порядке, в искусственном свете. Вынешь два слова, и снова волна вдаль понесет, словно лоб покачая. Теплые тапочки тихо скучают на берегу беспокойного сна. Пробуждение. На берегу беспокойного сна, в теплые тапочки ноги вставляя, сходишь на берег, и гасит волна смутные тени нездешнего края. Сходишь на берег, и гасит волна смутные тени нездешнего края. Бродишь по дому, качаясь слегка, как морячок, отвыкший от суши. Морок уходит, уходит тоска, шум за спиной тише и глуше. Морок уходит, уходит тоска, шум за спиной тише и глуше. Не остается ни смыслов, ни слов, и ни единого четкого синимка, его тесняя мерцание снов. Утро вскипает в кофейной машинке, его тесняя мерцание снов. Утро вскипает в кофейной машинке. Программка. Нет. Вот если попросишь это после. После, да, после. Надя скажет, ну, а Надя, укладывается. Надя скажет нельзя. Можно. Нет, я не то, что не скажу, нельзя. Я бы тоже Сашу слушала вечно. Ну просто он сам что-то задумал. Да, и вот, возможно, эта песня просто ни к этому не лепится. Главное, не клеится. Она склеится. Ладно, я все-таки спою, что у меня в программке. Свидетель. Это странная история. У меня этот текст не оконченный. Лежал с 99-го года. Потом я его в 16-м году взял, там еще несколько строчек дописал, все сложилось и даже песню сделал. Называется «Свидетель». Ушел усталый терапевт, я видел, как упал последний лист зеленый, и как от пустоты внезапной осмелев, спустился к нам хирург, крылатый и ученый. Я видел, как над ним сомкнулась пелена, как выступила ртуть из глаз его вороньих, как треснула по швам огромная страна, и дымом завело своих и посторонних. Я видел, как ушел единственный язык, которым говорить, как пить или смеяться, как обратилась в дым премудрость старых книг, и победителям пришла пора сдаваться. И он воскликнул «Кар!», и дрогнула земля, и выступила Русь в поход на печенега, и сорвалась звезда с погасшего Кремля под натиском ворон, спускающихся с неба. И сорвалась звезда с погасшего Кремля под натиском ворон, спускающихся с неба. Thank you.
последней программе хмурая погода. Возвращаемся. Уже более оптимистично, если что-нибудь такое. Расшаталась нервная система, выскочила бледная экзема. Или не экзема вовсе, просто зима длинная, вроде не холодная, но страшная и темная. Нас поступила милостиво высшая инстанция, для апреля выделена теплая каденция. Выйдешь утром вечером по насущным надобностям, поглядишь, заслушаешься, позабудешь что-нибудь. Где она, инспекция, где она, милиция? По небу летится, птица, синица. В руки не дается, девица, сестрица. Целый день поется, целый день свистится. Я и другие прочие, иные все музыки подыгрывают, скачут да подпрыгивают. Воробей наяривает, на своем насвистывает. Голубей с голубою полечку выписывают. Дети все на великах, роликах и шариках. Шарики за ролики, и светло до вечера. Вот я как птица, по небу летится, по земле ходится, плачет и не грустится. Я странная позиция, странная эмоция, плачет и не грустится, песенку поется. Апрельская полечка. Да. Нужно вот тогда вот тут найти текст, потому что я без текста все равно не спою. А он вот тут есть. Я учитывал такую возможность. Так. Это рыбы, это нет. Тут вот Благовещение, да, есть, правда. Все взял. Ну, убьешь. Я, правда, ее специально не репетировал, могу лажануть. Благовещение с картины Леонардо да Винчи. Цвета невозможного оттенка. Страшный ангел с доброй вестью, преклонив одну коленку, приподняв одну ладошку. Девочка уже большая, даже муж, хотя и старый. И нисколько не боится, совершенно не боится. Нужно будет распашонку, одеяльце и пеленки, две бутылочки, кастрюльку. Нужно будет погремушку, чашку, ложку, полотенце, сандалеты и колготки. Не забыть купить присыпку, соску, кубики и мячик, формочки, совок, машинку. Что еще? Еще рубашек, книжек, зимнюю одежду, шапку, теплые ботинки. Нет, велосипед не надо, нужно сумку, нужно палку, масло, ладан или мирон. Нужен саван, ты запомнишь, нужен саван, ты запомнишь. Я запомню, все запомню. Страшный ангел с доброй вестью постепенно улетает. Черный вспененный гербарий постепенно отдыхает.
остается. Спасибо. Я сейчас вспомнила, когда мы впервые услышали эту песню, вот уж трудно сказать какой, но было это в кухне у Кати и Вити. Мы были там в компании, по-моему, это тогда, когда приезжал фантастический такой американский человек, забыла, как его звали, который решил писать диссертацию об авторской песне. Он сюда приехал, как музыковед должен был заниматься музыкой для театра или что-то в этом духе. И вот как он сам рассказывал, он великолепно говорил по-русски, это было с ним в Санкт-Петербурге. И он попал в компанию, где пели, если я не ошибаюсь, Высоцкого. Все пели Высоцкого. И как он говорит, я был совершенно пьяный, и вдруг вышел в коридор, направляясь в туалет, и по пути туда я все понял. И на следующий день он звонил в свой университет и сказал своей научной руководительнице о том, что он резко меняет направление своего научного труда и будет писать об авторской песне. Вот, и вот именно тогда-то вот это все и случилось. Никогда не вспоминала, сейчас вдруг вот вспомнила. Написал? Думаю, да. Я думаю, Катя-то точно скажет, как его звали. Ну, Питер. И ты все неправильно рассказала. Ну, вот тебе раз. Я так запомнила. На следующий день в отмеле, в коммуналке, в сортире, он вдруг ощутил такое счастье, которого он никогда в жизни не ощущал. Вот это близко, по-моему, достаточно. Там и там замешан сортир. Видите как. А коридоры выводят на свет, как сказал Владимир Семенович. Вот. Симпатяга невероятная на самом деле. Так, ну что ж, мы движемся дальше. Так, разговорчики в строю. Значит, что я хотела сказать. Дело в том, что Витя... Он же был такой неуемный, ну то есть вот он мечтал об оркестрах на определенном этапе, когда оркестра не было, а ведь было время, когда оркестр был. И он играл, только мы этого, ну то есть я, например, не слышала, а вот Володечка, а ты, например, видела Синебри живьем? Да, конечно. Он это, звал это, на концерты на свои? Это были... 60-е годы первый, значит, рок-ансамбль собрал Витя Луфер. И вот, первый в авторской песне. В авторской песне, или, может быть, вообще у нас, не знаю. Это было совершенно невероятно. Они пели потрясающе, пели Высоцкого, пели Луфера, пели, значит, еще какие-то вещи. Но, правда, половина концерта проходила, так сказать, это было... Настройки. Да, настройка инструментов. Потому что все было самодельное, но потом зато как звучало парус, порвали, это было что-то невероятное. Вот я сама, честно говоря, не знаю, что мы увидим. Катя-то с Колей, наверное, видели, а я-то нет. По идее, у нас вот еще один из людей, которых просили пригласить, если будет концерт по заявкам, это Володя Черков. Как я понимаю, он в этой Витиной группе «Осенебри», он был младший. Самый младший. Но он присутствовать не смог, а прислал вот материал, который я сейчас тоже буду смотреть с большим интересом вместе с вами.
С 67 года по 70 я создал уникальный по задачам и составу в те годы ансамбль. Значит, ну, в Москве могу сказать, я был среди тех первых, кто с электричеством имел дело. Значит, у меня были... Ну, в Москве были распространены бит-группы. Это называлось тогда не рок-группы, бит-группы. И Битлз это тоже была бит-группа. В Москве были в основном такие пробитловские группы, то есть три электрогитары ударные, иногда орган добавлялся. Я к этому составу, к электричеству добавил еще две скрипки, виолончель и кларнет. Мы первые и единственные на долгое время, кто в таком составе с электричеством исполняли песни самых разных бардов. Это был в программе Акуджава, Ким, Высоцкий, новелла Матвеева, Клячкин на стихи Бродского в первую очередь. Ну и несколько моих песен, у меня их тогда было не так уж много. Не было габаиста, который ушел из группы буквально накануне отъезда в Ленинград. И мы не успели найти ему замену. Вот ведь ситуация. Что бы на месте Луферова сделал руководитель профессионального коллектива? Наверное, отменил бы поездку или в лучшем случае договорился бы о переносе сроков выступления. Ха! Не на того напали. Витька взялся высвистывать партии гобоя. К решению этой задачи он подошел весьма добросовестно и немало преуспел в этом, казалось бы, безнадежном деле. Thank you.
нас в репертуаре было порядка 15 песен. Для многих прослушивание такого объема звуковых сигналов в весьма посредственном качестве было бы просто пыткой. Но одну из них все же хочется процитировать. И вот почему. Эту песню Луферов показал на известном семинаре в Петушках, прошедшем в мае 1967 года. Это было примерно за 4 месяца до создания группы «Осенебри». В процессе подготовки передачи для Барт-радио я связался с Сергеем Чесноковым. Вот он в центре фотографии. Слева Луферов, а справа за языком пламени угадывается и физиономия вашего покорного слуги. От Сергея я узнал, что, цитирую, «свободу и оригинальность образов песни «Девочка-деревце» отметил Александр Галич». Вот Александр Аркадьевич вальяжно покуривает в компании с Юлием Кимом. А мимо проходят, скорее всего, Луферов. Так мы решили с Катей, независимо друг от друга, когда увидели это фото. Слушаем песню. Еще на одну минуту вашего драгоценного внимания. Думаю, оно того стоит. Наше выступление в питерском Востоке имело оглушительный успех, что и вдохновило Луферова произнести слова, под которыми и сегодня подпишутся многие любители авторской песни. Этими словами, справедливость которых Луферов будет доказывать в течение всей своей творческой жизни, мы и завершаем наш короткий экскурс в тот далекий 1969 год. Ну, сейчас, когда в паузе, просто хочу сказать, что кажется, каждому, кто сидит в зале, ясно, скажем, такая вещь, что вопрос о том, что эта самодеятельная песня играется на трех аккордах, что в ней нет музыки, это фальшь и ложь. И лишь глухой и слепой может это утверждать.
То здесь есть музыка, но просто все привыкли слушать под гитару. А если взять какую-нибудь эстрадную песню и исполнять под гитару, тогда там не будет ни слов, ни музыки, вообще ничего не будет. Удивительно, я всю жизнь мечтала петь джаз, и свела меня судьба 3 года назад с джазовым пианистом, но он ведь мне не дает это делать. Он говорит, человек должен делать то, что он делает лучше всех. А что он не делает лучше всех, он делать не должен. Вот я вам спою с таким, с черновым аккомпанементом. У нас альбом наш новый до субботы, он пока еще в работе. Там будут, это луферовская мечта, живые струнные и много всякого разного. Мы вот его доводим. А это запись с такая черновая. Тут только клавиши Александра Махнева и контрабас Даши Шор. Песня называется «Сад». Ночью июльской при полной луне выйди со мной помолчать в тишине. Видишь, как тянется к облаку сад. Слышишь, как зреет во тьме виноград. Ты ничего не рассказывай мне, сядем поближе на старой скамье. Скрипнет доска посреди тишины, звук донесет тишина. Ключом солнечный зайчик за правым плечом. Никому, только не...
Никому не говори, да. Только никому не говорите, что вы слышали запись репетиции. Своими словами со мной с давних пор говорят. Прибрежной воды, то песни слагают, то громом и ветром творят, и радости знаки, и знаки грядущей беды. Залетные птицы далекого лета концы, дожди проливные, палящий полуденный зной. Разноцветной пыльцы, все то, что коснется меня, остается со мной. Вы дарите мне на мгновение ваши глаза, как будто я тоже ручей, и трава, и апрель. Как сладко мне жить, повинуясь веселой судьбе. Всю музыку мира привольно вертя в голове, идет Володя Капгер, и я вам еще кое-что расскажу, и мы что-то кое-что покажем вместе. А Капгер, конечно, где-нибудь. Что был? Ну, поищите его кто-нибудь. Володя! Ну ладно, пока он идет, я вам буду рассказывать. Значит, некоторое время назад, ну это точно была поздняя осень, кажется, ноябрь прошлого года, мне один мой фейсбучный знакомый прислал ссылочку и написал: «Надя, загляните сюда, мне кажется, это может вам показаться интересно». И я, профессиональный переводчик, однажды пытавшийся перевести песни Вити Луфера, он мне даже такой заказ давал, перевести его песни на английский язык, но я перевела две строчки песни и танца новоявленного матроса, и на этом сломалась. А то, что я увидела, меня просто потрясло до глубины души и обрадовало, как глоток шампанского. Это были и есть... Капгер нашелся? Давайте как Дедушка Мороз. Снегурочка. Вот. Это были переводы нескольких песен Луфера, трех-четырех. Будь добр, пожалуйста, возьми со столика. Что надо взять? Ой, ладно, мне проще самой взять. А вот Снегурочка. Я как уже выбираешь стакан. Все винные закрыли вокруг. Ужас. Вот ты, оказывается, чем там занимался. Сегодня последний день. Так вот, это были переводы нескольких песен Вити Луферова на английский язык. Причем уж вы поверьте мне, я могу оценить перевод стихов, особенно с родного языка на неродной, человека, который не является билинговой, насколько мне известно.
Это фантастика. Тем более, что это и поэтически сделано. И поэтически это сделано безупречно, и сохранено все, что есть. Две штуки. Все, что есть в Витиных текстах. И вот мы сейчас вам покажем в таких кусочках, да, некую такую композицию по одной очень известной песне, я думаю. Ну, если не на английском, то на русском вы точно начнете подпевать. А я вам потом представлю переводчика, он здесь присутствует. Она, вернее. Володь, поближе. А мне громко не надо. Когда чадит и догорает свеча за дружеским столом, и кажется, треск этой свечки разбудит весь уснувший дом, невольно умолкают все, как будто уговор такой. Спроси любого в этот час, в этот миг, ты что молчишь, махнет рукой. The candle stub is melting down, and everyone forgets his line, and every verb has lost its noun, and it's too late to resign. They are related, no doubt, it comes at no one's big surprise, the flow of words that goes round, the burning candle that shrinks inside. Когда вдруг свидимся, другая, не в половину или в треть, свеча нам будет молодая, высоким пламенем гореть, а это нас не пожалеть. Автор перевода Юлия Фридман. Давайте ей поклонимся. Спасибо, что пришла. Она невероятно стеснительная. Я уверена, что она бы спела это все сама. Ну, а мы возвращаемся к экрану. Ребят, сейчас будет вторая вещь, которую я сегодня уж совсем не рискнул петь. Есть у меня такая вещь, «Скрипит земля, как старый дилижанс». Это кода, предполагается кода вот, в рок-опере этой «Новой сведения об Икаре». Я прочту просто слова, попробую прочесть. Мощнее только, потому что такие тектонические удары должны быть. Скрипит земля, как старый дилижанс. Земля, как старый дирижанс. И Млечный Путь теряется вдали, а волны времени так звездам бросят нас, то спрячут нас надежно вглубь земли. Скрипит земля, как старый дирижанс. Как странно все, что было, есть и будет.
и подповерный грохот кораблей. Когда звезда под лучаям близка, все так же люди мучают людей. Кто вместо черствой злости с добротой и вместо подлости, кто с честностью водился, кто всей душой болел за этот мир. На всемирном сквозняке, кто в ясный день, чтобы рассмотреть людей, прошел по улицам с фонариком в руке. Уйдем навек, останется огонь, душа согреться. Придут другие с новой тьмой в глазах, но и другие с новым светом в сердце. Чья это аранжировка? Это аранжировка такого замечательного композитора Владимира Николаева. Она присутствует в Голубом. Понятно. Спасибо огромное. Вот таким образом завершился наш очередной концерт, посвященный Вите, 9-е луферские пения. Спасибо вам огромное, что вы приходите.
потому что без вас это все не имело бы никакого смысла. Спасибо вам, спасибо всем участникам. До следующего года мы снова зажжем свечу. Пара слов благодарности Гипериону за приют, Женечке Ландсберг за чай и кофе, Игорю Белому как хозяину этого пространства. Мы ведь третий год уже здесь, а долго скитались. И отдельное спасибо Леве Кузнецову за прекрасный звук. Спасибо.